Всем привет! Хочу познакомить вас с новиночкой в моей коллекции распивов. На самом деле аромат вышел у нас в 2021 году. Вообще было непонятно, доедет ли он до России, но наконец-то он приехал, чему я очень рада. И это у нас Ксерчов. Аромат называется у нас Томи Айоми. И у меня в руках флакончик версии Monkey Special. Небольшое такое отступление по поводу самих флаконов, потому что может вас ввести в небольшое заблуждение. Если вы откроете любую энциклопедию ароматов, ну, к примеру, фрагрантику, вы увидите два флакончика вот в этой серии. Они будут отличаться внешне, а по названию у нас будет практически идентично. Здесь у нас Monkey Special, там у нас Crystal. Сразу говорю, что это два абсолютно одинаковых аромата. То есть, если мы говорим о том, что у нас внутри, то разницы никакой не будет. А вот внешние отличия есть. Вот у меня в руках сейчас Monkey Special. Это такая версия, которая, очень надеюсь, что останется на постоянной основе в линейке бренда. А вот с кристаллами флакончик у нас вышел лимитированной версии, ограниченной. Повторюсь, внутри по аромату изменений нету, но флакончик у нас весь инкрустирован кристаллами, там золотые подписи, и вышел он абсолютно в ограниченном количестве, если не ошибаюсь, 200 всего лишь флаконов, поэтому не знаю, удастся ли вообще тот флакончик подержать в руках. Но если нас все-таки интересует больше содержимое флаконов, то аромат у нас вот абсолютно одинаковый, абсолютно прекрасный. Итак, Томи Айоми. Это результат коллаборации. Не знаю, будет ли вообще бренд продолжать такую практику, но мне очень понравилось, что у них получилось. Коллаборация у нас выдающегося вообще ольфакторного опыта Серджи Момо и легендарного гитариста Томи Айоми, что нетрудно догадаться, потому что мы видим это в названии аромата, его имя. То есть бренд у нас заявляет, что когда встречается музыка и парфюмерия, все возможно. Ну, вообще, Серджи Момо сам увлекается музыкой, и, наверное, такая коллаборация вообще неспроста. То есть такая давняя задумка была, которая вот наконец-то реализовалась, она просто превосходна. Сейчас я попробую рассказать такие первые впечатления об аромате, потому что только вчера я его взяла, я еще в процессе разнашивания, да, мне будет очень интересно, если вы поделитесь, какой этот аромат для вас, когда попробуете, да, но сейчас я расскажу о своих первых впечатлениях. Нас встречает такой пьянящий аккорд рома, потрясающего рома, очень глубокий такой аккорд. Здесь у нас ром с привкусом сухофруктов, шоколада, изюма, ну вообще все, что можно представить себе в роме, самые прекрасные его оттенки, вот здесь у нас они присутствуют. Этот ром у нас украшает такие дольки свежего бергамота. И смешивается все это, представьте себе, просто с кисло-сладким соком спелых плодов маракуйя. Маракуйя здесь очень красивый, я знаю, что вообще этот фрукт, ну, испорчено о нем впечатление всякими не очень хорошими работами, да, особенно арабского происхождения, да, вот здесь вы никакой пошлости не найдете, то есть есть фруктовый подтон, очень благородный, очень элегантный и очень вкусный, если это можно вообще сказать о парфюмерии. То есть не пугайтесь маракуйи здесь. В сердце у нас кожа. Сразу оговорюсь, что кожа здесь очень тонкая, очень мягкая. Никакой брутальности вы здесь в коже не найдете. Никаких там дегтярных и тому подобное оттенков здесь нету. У нас по ощущениям кожа пропитана таким тягучим карамельным ликером, потому что карамельность у нас присутствует в аромате, и за счет того, что у нас алкогольные нотки представлены ромом, создается такая некая иллюзия именно карамельного ликера. Кожа у нас объята теплым дыханием пряностей, очень мягких пряностей, тоже без излишеств. И дополнено благородством древесной грани. Вот древесинка у нас здесь будет в базе, она вот уже с сердца начинает звучать. Здесь у нас древесная часть представлена санталом, и он будет такой
молочно-пудровый и останется с нами до самого конца, очень красивой такой подложкой. В база у нас играет на неком балансе, то есть здесь у нас аккорды, ореховые аккорды такие, орехово тоже карамельные аккорды бобов тонка и мягкие сливочные оттенки ванили, тоже без вообще ухода в чрезмерную сладость, там, в чрезмерную сливочность, все очень-очень аккуратно. Дальше у нас баланс такой травянисто-бальзамического, потрясающий, мягкого, томного лабданума и бесконечно чувственного, очень чистого по ощущениям, без всяких сюрпризов, мускуса. И вот тот сантал, который я вам уже, о котором я вам сказала, он тоже будет присутствовать в базе и будет создавать такую вот бархатистую шероховатость, да, вот аромата. Все это вместе сплетается в абсолютно чарующий, да, такой томный, такой разливающийся, очень мягкий шлейф. Вот такой вот он, Томми и Йоми, это такие эмоции, помещенные во флакон, которые, вот здесь вот у нас авторы попытались раскрыть вот тот творческий потенциал, вот той самой коллаборации, когда совмещается у нас музыка и парфюмерия. Не такие уж они разные, на самом деле все эти эмоции, все эти чувства, вообще ароматы у нас про чувства и про эмоции можно выразить вот именно через ольфакторный опыт, да. Пробуйте, мне будет очень интересно, что вы вообще скажете вот об этом опыте, новом таком опыте, да, и возможно ли вообще было создать такую коллаборацию и передать музыку через аромат. Всем отличного настроения, пока-пока.